И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить с вами такую замечательную игру, как Deus Ex Human Revolution. В предыдущей серии мы с вами добрались до этого замечательного места, узнали, что Меган Рид жива, как, в общем-то, и предполагала с самого начала игры. Ну и, в общем-то, мы двигаемся дальше, у нас впереди какая-то великая Ж, которая, не знаю, я решила все-таки оставить пистолет-пулемет, потому что я так подумала, если впереди где-то будет босс, там обязательно около него будет валяться оружие. Если там будет оружие, то там наверняка будут потрошки к боевой винтовке. Пистолеты, пулеметы, они и так встречаются часто. А вот выкидывать прямо перед возможным боссом пистолет-пулемет. Газовые гранаты, замечательно. Видите, их постоянно, они здесь сотнями лежат, поэтому нет смысла. В крайнем случае, потом мы увеличим инвентарь. Кстати, как это сделать, мне нужно еще понять, потому что я забыла посмотреть, как это все делается. Там где-то мужик должен быть в конце. Вон он. А я смогу его как-то привалить так, чтобы камера его не за это самое? Нет, вряд ли. А интересно, он меня увидит, если я вот к этой двери подойду? У него дальность обзора насколько хороша? Нет, не очень хорошо, понятно. Тут камера? Нет, не тут. Ладно, сейчас с окольными путями. Потихоньку как-то. Он все равно там стоит, это радует. Он не ходит никуда. Наверняка, конечно. Так, мне надо как-то обойти это дело. Здесь вот камера. А, стоп, подождите, я заблудилась. Я же отсюда пришла. Так, хорошо, я отсюда пришла. И чего? Я вот так вот прошла замечательным образом. Зачем-то пошла направо. Ладно, мне нужно в итоге... Так, там есть ящик. Мне кажется, его можно подвинуть как-то. И там будет какой-нибудь обходной путь. Так. Подождите. А, нет, это этот ящик. А как мне? Прям вот в упор, что ли, к нему туда подходить? Это как-то странно. Да и камера мне с той стороны как-то нужна. Подождите. Здесь, по идее, где-то должен быть... Что, я заколебалась? Вот как туда пройти? Вот туда. Как? Здесь этот стоит. Как-то если только вдоль стены его вырубить, ну тогда камера взбушуется. Слепорылый просто. Она же взбушуется, правильно? Он туда мне надо. Я прям даже не знаю. Фига. О, он так хорошо вырубился, прям за стеночкой. Вот и умничка-то моя. А, черт, нет. Все-таки немножко. Все-таки немножко, но... Надо его оттащить как-то. Вот как туда пройти, в ту сторону? Турелька вон там встревожилась. Здесь, наверное, а вот тут не очень хорошо. Так, ладно, сейчас мышку волосинка попала. Так. Я надеюсь... Ой, зачем я это взяла все? А, дробовик бросаем. Батончик. Так, ладно, сейчас вот это что? Взрывное устройство. Жалко. Надо было мину положить, чтобы тут тролль взорвать. Нафиг. Это мы выбрасываем. Дротик. Револьверные патроны, где я только что видела? Для винтовки. У меня есть боеприпасы для винтовки? Да ладно, откуда бы? Смотрите-ка, правда. 13 патронов аж целых. Удивительно. Так, ладно, это поехало туда. Черт, я, по-моему, себе проблем только нажила, потому что она сейчас катается там, и мне туда не пройти будет.
пока этот труп куда-нибудь не денется. Он не очень удачно он упал все-таки. А здесь нету никакого прохода туда. Ладно, сейчас турелька отъедет. Это самое главное, чтобы она отъехала отсюда. Что у нас в компьютере? А, ну да. Прикиньте, кто-то пришел на рабочее место. Дайте патрон для дробовика, для револьвера, еще для всякого. Чего только нет, да? Не пали меня, не надо. Как аккуратненько, ах ты, зараза. Не-не-не. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, успеешь, давай. Отлично. А, стоп. У вас почтовый ящик почти полностью заполнен. А, ну это автоматическое. А, да, даю вам разрешение, он ставит под удар... Так, стоп. А, вот. Нархарикан написал: «Мадам, владелец бара ничего не знал, но убожество из отеля Хунхуа оказалось более разговорчивым. Триады указывают... А, укрывают нашего друга в Эльс Гарден. Возможно, будут жертвы. Запрашиваю разрешение на полноценную операцию». Даю вам разрешение, он ставит под удар все мое будущее. Так, музыка что-то с... какая-то странная пошла, как будто меня кто-то запалил. «Сэр, мы отцепили здание, но объекту удалось уйти. Мы также обнаружили потайную комнату в квартире. Теперь ждем криптографа для анализа оборудования. В то же время мы проводим тщательный обыск территории. Судя по полученным данным, объект мог скрыться под землей. Возможно, дополнительные данные можно получить у местных триад, а точнее у Тонга. Ждем ваших дальнейших распоряжений». В общем, это вот... Да-да-да, меня запалили. Зараза. Пока я сейчас... Я вот так и знала, что меня запалят через стекло. Хотя странно, турелька же не может в бок смотреть, она должна смотреть прямо. Она и смотрела прямо. Так, у меня тут нет турель. Надеюсь, она не поедет сейчас сюда. Да, успокоилась. Это радует меня. Бочком как-нибудь мы пройдем здесь. Пока она повернулась. Вот так вот. Бочком, бочком, бочком. Так, мужик, давай. Камера волнуется, когда видит тебя. Иди сюда. Вот как-нибудь вот так. Но здесь не очень удобно таскать трупаки. Вот именно вот по вот этим вот причинам. Так, вот как-нибудь вот сюда. Вот так вот как-нибудь. Турель сюда случаем не едет, нет? Так, ну все, его не видно. Должно быть. Ноги только как-то... Вот, блин, а? Как неудобно все-таки. Сейчас я его как-нибудь переплющу, но я его уложу. Мне кажется, он... Зачем я это взяла, господи? Вечно хватаю всякое... Что мне не надо. Так, ладно. Сейчас она отвернется туда. Ой, турель едет сюда. Блин, турель едет сюда. Как-то она не вовремя приехала. Я надеюсь, она сюда-то не приедет. Ой, это будет не очень приятно. Так, она уехала в бок. Это хорошо. Все, бежим. Все, нас тут никогда не было. Ну, не очень чисто получилось. Этот мужик все испортил, упал прям как не надо. А так бы все хорошо было. Зачем я это взяла? Видела, что патрон для дробовика. Хватательный рефлекс, что ли, как у младенцев? Так, хорошо. А куда мне тогда надо? А, вот в ту дверь. Сразу. Не очень хорошо. Турелька уехала. Так, главное, чтобы она меня не запалила тут. Все, они успокоились. Ой-ой-ой. Не надо сюда смотреть. И камера успокоилась. Прекрасно. Сейчас сохранимся. Пойдем в бочину. Ай. Давай, камера, отворачивайся, ради бога. Ах ты, твою-то мать. Сюда. Что у нас тут? Я слышу духание какое-то. У меня первым делом ассоциации. Ой, слушайте, а как я открою так? Так, подожди, вот это, наверное, да? Можно камеру как-нибудь... Или компьютером. Ладно, давайте вот эту попробуем. Взлом.
Надо камеру отрубить. Ну вот как это сделать? Либо в компьютере сейчас покопаться придется. Либо уж я не знаю. Зараза. А чё, я случайно нажала на стоп, что ли? Блин. Не хотела тратить. Выкл. Надо ее как-то отрубить. Насколько она двигается вправо? Вплоть до компьютера, да? Это хорошо. Так, код доступа еще один. М10 прототип. Безопасностью. Так, может это от этой двери как раз? Это будет неплохо, потому что... Как-то неохота мне, честно говоря. Открыть. Открыть! Блин, блин, зараза. Вот именно вот этого я и боялась. Сейчас сюда турель эта дурацкая приедет. Интересно, она в дверь проедет, кстати? Да, по-моему, да. Туролька, катись отсюда, ради бога. Заради ж бога, ехай отсюда, ехай. А, не, она не протиснулась все-таки сюда. Так, какой там код доступа, чтобы сразу вот тын-тын-тын, а то я уже забыла, как кодами доступа пользоваться. Я думала, можно просто нажать и все. А тут что-то как-то не работает. О, кстати, Praxis. Одна штука. Что-то там хотела, приземление и что-то еще. Система маскировки мне, кстати, кажется, пора брать. Невидимость вот эта вот. Она мне не помешает. Вот, например, вот в этой ситуации. Она бы мне очень пригодилась. Так, стоп. Я собиралась посмотреть код доступа. Где он, господи? Не, ну подождите. 6906. Я знаю, что его там можно посмотреть, но... Ладно. Отворачивайся, камера. Так. 6906. Меня тут нет. И никогда не было. Так, все, заныкались. Ну, конечно, совсем тихо уйти не удалось. Здесь, мне кажется, все-таки тяжеловато. Ох ты ж. Именно без... Без этой, потому что... Что-то как-то... Либо отрубить эту камеру где-то, но я не поняла, где. Эй, человек шарифа! Твою мать! Ван Брюген? Просто хотел сказать, что я успешно слинял с той маленькой вечеринки в отеле. А сейчас направляюсь на выход из этой дыры. Благодаря тебе. Хочешь меня отблагодарить? Забудь навсегда эту чистоту. У меня есть мыслишка получше. Я сейчас смотрю на твой счет. Знаешь, шариф мог бы тебе платить побольше. Вот тоже да. Ван Брюген. Не благодари, не надо. Наслаждайся. Лучше бы Praxis мне дал. 2000 мне дал какие-то вшивые, подумаешь. Лучше бы серьезно Praxis дал, было бы лучше. Может, он мне что-нибудь и дал, кстати? Случайно там завалялось. А, ладно, не важно. Не дал и черт с ним. Но 2000 тоже неплохо. Но Praxis было бы лучше, да, да. Так, давайте, кстати. Ой, а мы сейчас, интересно, где-нибудь тут Меган найдем. Музыка, потому что такая своеобразная. О, это обитель королевы драконов, я так понимаю. Какая красота, боже мой. На паутину, кстати, вот эта фигня похожа. Сейчас Меган так пафосно спустится с этой лестницы, будет круто. Вряд ли, конечно. Но... Ну, музыка тут офигенная, конечно. Обалдеть. Ой, слушайте, подождите, я хочу наделать скриншотов. Это очень красиво все, поэтому... Жалко, конечно, что здесь интерфейс вылазит, но... Как-нибудь... Время прыжка это сделать, это сюда встать, чтобы не вылазило. Вот, вот так вот. Смотрите, какая красота. Я прям... Даже не знаю, как бы так встать, чтобы ее запечатлеть.
Я надеюсь, я на ту кнопку жму, потому что... потому что я плохо помню. Так, это кто у нас? Оу. Теперь и Китай. Продолжают поступать подробности о смелом маневре биотехнологической операции. Сволочь, могли бы что-нибудь положить туда? Как сообщают источники, этот мультинациональный регион не надо. Успешно приобрел Атлантскую. Так, давайте взломаем. Опыт никогда не будет лишним. Как только появились слухи о растратах директора Алея Мактавиша, я не могу, когда слышу Мактавиш, я вспоминаю только Modern Warfare, больше ничего не... Да, блин, что так быстро-то? Наверняка это просто канцелярская. А ну стоять! Язвительно заметила Джао Юнжу, директор Тайюн Медикал, после официального объявления о... Да блин, ты издеваешься, что надо мной? ...увеличила долю Тайюн на мировом рынке. Прямой эфир вела Элиза Касан. Фу, господи, ужас какой. Растратила все стопори. Значит, здесь что-то интересное, наверное. Хорошо, все готово, но эти наемники страшно, блин. Вот не вам судить, хорошее это решение или нет. Отправьте все, что у вас есть, это по системам безопасности шарифа, по следующему адресу, будьте, в общем, готовы. Данное сообщение не было отправлено. Вы дали мне задание, невероятно сложное задание, и мне удалось превзойти все ожидания, разве нет? 2 года назад Лореда Мануфек Черинг, господи, Энпротех и Шилон Простексис, Простетикс, были крупными компаниями, контролирующими важные направления глобального рынка. Все они теперь принадлежат мне. Тайюн Медикал. Конечно же, я знаю, что я делаю. Вы должны поверить мне. Вы должны собрать совет. Так, у меня батончик. Надо скушать мне. Шахматы. Ой, я так давно в шахматы не играла. В детстве играла часто с дедушкой. Потом он умер. И играть не стало ни с кем. Все, ладно, понеслась. Меган? Будет эпично, если мы все-таки ее найдем тут. Типа того спит, ага. А он только идет, блин, беспалевно. Что это за свинство вообще? Мило тут у тебя. Пожалуйста, я не хотел. Где Меган Рид? Рид? Я не знаю. Хватит врать, Джао. Вы похитили ее вместе с командой. Я знаю, что вы планируете уничтожить Шариф Индастрис. Шариф! И я знаю, что ты работаешь с тем ублюдком, который оставил меня умирать. Итак, где Меган? Нет, нет, ты все не понял. Ты думаешь, что я за всем стою, но это не так. Я просто наемный работник, как и ты. Ты глава мультимиллионной мегакорпорации. И что, это меня защитит, думаешь? Эти люди, они серьезнее, чем Шариф. Больше, чем Тайюн. Рядом с их амбициями я ничто. О чем ты? Странно, вроде FPS нормальный, а двигается как-то все. Прости его. Он думал, что может защитить свой персонал при помощи подкожных датчиков Ноэти. Они легко манипулируют глобальными процессами. Один звонок в пик. И сигнал от имплантов пропал. Я думала, они прислали тебя убить меня. Пудрит нам мозги, по-моему. Помоги мне. Пожалуйста. Если ты смог сюда пробраться, то сможешь защитить меня, правда? Я бы за спину не пускала ее. Ты сможешь защитить меня, правда? Ха. Мужчины вечно недооценивают женщин. Ну вот, я же говорю. Как только вы... Адам, что ты там натворил? По всему зданию тревога. Убежище. У нее здесь настоящее убежище. Блин. Ну и что? У меня тоже есть. Так, сейчас они припрутся сюда-нибудь, поговорить в Шао пентхаусе, совершить побег и добраться. Короче, ладно. Вот вам и боевые действия, в которых мне жесть как нужна. Моя боевая винтовка, которой, блин, нету. Так, стоп. Да? Кстати, может минку где-нибудь тут заложить? Чтобы они все подорвались нахрен! 6. Ловите. Сколько из вас умерло? Наплевать. Ловить еще. Ух ты, нифига, что это было? Вы видели этот телепорт? Все, пошли вон.
Как только появились слухи о растратах директора Алина Мактавиша, акции Энпро сильно упали в цене. Мактавиш отрицал все обвинения. Сколько из вас осталось в живых? Откуда на его личном счету появились миллионы долларов? Наверняка это просто канцелярская ошибка. Язвительно заметила Джао Юнжу. Ну, кто жив, кто мертв? После официального объявления о сделке, которая значительно... Нафиг, надо менять боевую винтовку на пистолет-пулемет. Вот если бы я его носила с собой, у меня бы сейчас не было проблем с этим оружием. А сейчас посмотрите, что здесь творится. 14 пулек, это что за смехотворно просто. Так, по-моему... А, нет, вон один. Двое. Твою мать! Так, по-моему, их там не двое, даже а трое. Так, стоп. Он одного вижу. Да блин! Нет, стоп, стоп. Тебе повезло, мужик. Вон еще один, по-моему, шевелится. Там я видела какую-то голову. Да блин! Я попала или все-таки шлем блокирует? Нет, блокирует, хорошо. Все, вроде все. Да? Да. Фу. Ну ладно, нам повезло, что у нас были гранаты. Иначе бы нам худо очень пришлось. Дайте мне мой пистолет-пулемет, и пошла эта винтовка боевая к чертовой матери. Она меня только подводит. Последний... А, это дробовик. Это тоже дробовик. Ладно, пока за дробовиком побегаем. Так, пистолет. Выбрасываем. А. Дробовик. У тебя тоже дробовик? Пистолет-пулемет. Ладно, возьмем, раз уж мы будем... А, вот, кстати. О, у нас и то, и другое. Все, нафиг, я знаю, как мы будем ходить. Мы будем сходить с дробовиком, с пистолетом-пулеметом, а потом расширим себе инвентарь, и вообще все замечательно у нас будет. Тяжелая винтовка вон пошла. Обычно боевой уже нету. Ну, это свинство. С самого бы начала сказали, что это толку. Потому что... Так, стоп, стоп, что это? А, нет, не надо. О, ё-моё. Хотя, ладно, давайте. Надо бы сохраниться. Не помешает. Так, кибер. Кредиточка. Так, я, по-моему, не всегда обошла. Так, кармашка. Ага, вон еще один логин и пароль. Протокол Тайюн Медикал для реагирования в чрезвычайных ситуациях процедуры оцепления территории. Ну, в общем, все понятно. Так, ну это уже было. Дали мне задание. Это мы все читали в компьютере. Так, код доступа, отлично. Так, тебя я не смотрела еще. Ой, стоп, пистолет-пулемет. Музыка офигенная. О, газовая граната, прекрасно. О, надо было им газовую гранату кинуть. А не несколько. Впрочем, ладно. Давайте, кстати, раз у нас теперь и то, и другое. А дрободенчик мы поставим на троечку. Пистолет-пулемет у нас будет на двойке. Лечилка на четверке так остается. Батончик сюда. Флешку сюда. Это же флешка? Да. Это, о, виски. Ну, впрочем, нам не нужно. Где я видела газовую гранату? Господи, где она? Это что? Это ничего, это у нас закончилось. Ну, в общем-то, и все. Вот так вот мы сейчас сделаем все, чтобы аккуратненько было. Чтобы все было красиво. Как-нибудь вот так. Это что такое, блин, здесь? Зачем оно мне тут? Так, вот так вот. И вот так вот. Это что? Тайфун. У меня его нету? Но пускай будут. Правильно? Потом мы скинем в квартиру, когда оно у нас появится. У нас будет 3 дополнительных. Все, вот так вот я теперь буду жить. К черту боевые винтовки. Они меня здесь разочаровали. Не, сама винтовка, конечно, прекрасна, но... Толку нам это от этого. Так, хорошо. Так, я всех об это самое обшмонала, нет? Про
позвучит пистолет. Давайте еще раз по всем пройдемся по часовой стрелке. Так, первый пошел. Второй был. Был. Точнее, против часовому идем. Ну, ладно, неважно. Так, ты тоже был. Так, тяжелая винтовка нам не нужна. Замечательно. И там еще один валялся. Давайте туда сбегаем. Так, вот тут один. Это что? О! А, это моя винтовочка. Так, вот пистолет-пулемет. У тебя в карманах пусто. Карманцы. Ну, в общем, все, уходим. Наплевать на все. Нам надо искать Меган вообще-то. Так, ладненько, уходим. Сейчас наверняка будет какой-нибудь махач. Без этого никак. Босяра, небось, какая-нибудь. Дженсен, я скоро буду готова тебя забрать. А, это все, что ли? Конец уровня. Сейчас туда направляюсь. Прекрасно. Открой основные ворота. Или твое спасение затянется надолго. Видимо, вот этот вот... вот эти... солдаты, по всей видимости, вот эти были как раз-таки боссом местного уровня. Так, отлично, у меня есть. Что я хотела там взять? Приземление и что-то еще. Невидимость, невидимость, точно, точно. Вот она мне пригодится. Купить, да. Все отлично. Это что у нас? За каждый энергоблок. 1-1. Хорошо. А как ее включать, простите? Чтоб я как бы это самое... не облажалась в самом... Включить маскировку, чтоб видела. F1. Бесшумное передвижение, сфера зрения. Так, F1, да? Хорошо. Сохраняшим. Так, давайте F1 и открыть дверь. Твою-то мать. Отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Ты смеешься надо мной. Ворота а как... ангара заперты. Неверная последовательность. А как мне их отключить? Пожалуйста, отключите охрану роботов перед тем, как открывать ворота. Как? Здесь где-то должен быть компьютер, я так понимаю, да? Который отключает это все дело. Я же не буду в них стрелять, я что, сумасшедшая, что ли? Так, подождите. Как это сделать? Вот туда куда-то, я смотрю, дверка ведет. Ой, тут. Сели. Так, бежим вперед. Плевать на ворота ангара. Че такое? Тяжелая винтовка, к черту. Ой-ой-ой-ой. Так, пока мне не видно. Бежим отсюда. Так, сохраняемся. Двигаемся наверх. Я не знаю, куда я иду. Но раз сюда дают пройтись, значит, это не просто так. Потому что здесь есть компьютеры. И это не просто так. Так. Что у нас тут? М-граната, спасибо тебе, господи. Вот мне не хватало ее, серьезно. Так, сейчас мы ее тогда переместим куда-нибудь. Сюда. Место вискаря, которого у нас нет. Так, ну что? Кто звонит? Трубку можно поднять? Вряд ли. А, так, ладно, что там было? Когда график? Ага, это график. Нам это ничего не дает. Так, ладно, бежим. Попробуем поискать тут. А как их отключить? Потому что что-то как-то... Ну, от... Да я знаю, заколебала женщина. Вот, смотрите, здесь заперто, значит... Значит, тут. Давай. Ну да, определенно, тут.
Мне не очень нравится то, что у нас мало попыток. Точнее, не попыток, а... В общем, вы поняли. Спам. Надо спам брать вообще. Так, берем. Ловись. Лови мне все. Так, вот эту хочу. Все запалили, неважно. Все, берем. Все, мы молодцы. Ура! Экспишечка, все, отлично. Так, а, это камера, мать-перемать. Это камера, а как их отключить? Емками? Ну, ненадолго они выключатся, я хочу сказать. Как же? Как это сделать? Зря я это сделала, да? Их просто отстрелять, что ли? Ну, кину я им гранату, и чего? Толку-то? Лови. Ай-яй-яй. Все, он умер. А. Теперь надо как-то так же избавиться от второго. Где вторая ем-граната? Здесь же их определенно должно быть две. Вот просто они обязаны быть здесь в количестве двух штук, иначе это свинство. Просто как я со вторым-то буду разбираться, по-вашему? Так, подождите. Тут что-нибудь есть? Может, завалялось где? Ой. Пошла к черту программа. Самоуничтожение? А, нет, стоп. Подождите, программа самоуничтожения? Или мне послышалось? Я, может, что-то не поняла? Так, мы, кстати, чуть не погибли с вами замечательным образом. Ладно, бежим вперед. Может, там мы где-то что-то проглядели. Здесь определенно должно быть две емки. Но их нету. Я вижу только... Ну, ее я уже использовала. Здесь где-то должна быть вторая. Вон там что-то блестит, кстати. Но это не емка. Какая-то фигня. То ли патрон, то ли еще что. Ладно, сейчас пока он смотрит туда. Он меня видит. Гад. Отвали. Впрочем, от него прятаться нет смысла. Потому что он меня все равно не попадет. Пока что. Мне кажется, там внизу где-то валяется ем-граната. Вот что-то чую я. Давайте сохранимся. Он идет туда, в ту сторону. Он сейчас не развернется, я надеюсь. Я убьюсь, если я тут решу спрыгнуть. Вот здесь прям лестницу кто-то для нас выстроил. Целую. Так, он смотрит в мою сторону. Это не очень хорошо. Там есть где-нибудь емка? А если в него газовый кинуть? Может там, если это порошковый какой-нибудь там, у него забьется в его дыхалке. И он умрет. Хотелось бы, конечно, чтобы так и было, но я что-то сомневаюсь в этом сильно. Что это? Тяжелая винтовка. Ну, в общем-то, да. Так, сейчас посмотрим. Блин! Как мне не хватает ему гранаты. Точнее, М. Отстань. Может, ее так застрелить? Это, конечно, будет забавно.
Он вообще не реагирует на меня. Это потому, что я в него не попадаю, что ли? Странно он себя ведет. Отстань. Попробуем так. Что нам еще остается-то? Со скольки выстрелов он умрет? И умрет ли он вообще? Самоуничтожение, я ж слышала. Нет. Подождите, я же слышала самоуничтожение. Значит, как бы он должен умереть сам. Я не понимаю. Ой. Зря я, по-моему, спрыгнула сюда, потому что здесь ничего нет. Ладно, сейчас позыркаем. Может, если к нему сзади подойти, и можно его как-то заминировать? Было бы, кстати, неплохо. Сейчас проверим. Потому что у меня была такая мысль еще с самого начала, но... Не? Нет. А как он почувствовал, что я к нему прикоснулась? Это ж невозможно, он же не живое существо. Зараза. О, там что-то валяется. Тяжелая винтовка. Нет, нет. Сейчас пробежимся туда, там тоже что-то блестит. Ракеты! Какая прелесть. А вот ракеты это хорошо. А как их использовать? А, так, изучить. А, осколочная полууправляемая пистолет. Так, подождите, полууправляемая. Фагусные противотанковые ракетные снаряды используем в соответствующей установке для уничтожения легковой... Ага, хорошо, где установка, которая мне нужна? А, ну вот, для дебила. Да? Лежит все. Да или нет? Нет или да? Не, ну мне это не надо. Мне нужна установка для ракет. Тяжелая винтовка для этого, кстати, подходит, нет? А, кстати, может быть и подходит. Ну-ка, давайте попробуем. Скинем сейчас. Так, нет, пистолет, пулемет не будем. Дробовик. Это что? Транквилизатор. Пистолет-пулемет. Вот, для дробовика сейчас скинем. То эту переместим сюда. Возьмем тяжелую винтовочку. И попробуем туда зарядить ракеты. Нам же дадут туда ракеты зарядить, я надеюсь. Нет. Но я не завалю эту фиготень. Она еще не стреляет. Нифига, потому что... Самоуничтожение. Стреляй в себя, пожалуйста. Не, не работает. А вот это. Тут. Зачем я села? Непонятно. Все, сейчас немножечко присядем. Так, ладно. Нужно понять, куда втыкать ракеты. Как мне эту фигню бросить? Так. Так, он двигается туда, пускай двигается. Нужно найти установку, короче говоря. Черт. Так, может тут где-нибудь что-нибудь завалялось? Они же любят пихать в самые такие непонятные места. Нужные нам вещи. Их разработчики. Так, подождите. Мне нужно найти что-то. Ракеты я нашла, уже хорошо. Тяжелая винтовка. Где установка, с которой я могу это запустить? Черт, возьми. Куда я лезу? Так, тут я ничего не вижу, если честно, абсолютно. Мне надо как-то сюда.
Вот сюда вот как-нибудь. Так, подожди. Я так не заберусь туда, если честно. Это, по-моему, было только для спуска. Так, ладно, черт с ним. Пойдем туда, наверное. Ладно, он пока там ходит. А вот тут можно запрыгнуть при желании. Блин, он не берет. Это только вот так вот, отлично. Так, мы снова наверху, пусть не совсем там. Не важно. Я нашла ракеты, мне нужно найти еще что-то. Ворота ангара заперты. Неверно. Тут ничего не валяется. Пожалуйста, отключите охранных роботов. Господи, да мне кажется, если самолет сядет, он даже не заметит. Вон, я хожу спокойненько сейчас. Дверь откройся. Может, тут что? Газета. Лифт. Ну, это странно, кстати, что мне позволяет вернуться обратно. Ой, ем гранату, пожалуйста. Тяжелая винтовка. Одна емка, и все, я буду счастлива. Я просто пытаюсь даже по логике как-то... Вот если бы у меня не было ем-гранаты, как их угрохать? Как-то все печально. Я теперь емки буду закупать просто... пачками. Пожалуй. Не надо туда. Мне нужно наверх. Может, там я что-то упустила? Что это? Ящик? Отстань, женщина. Так, это что-то тут блестит. О, что-то лежит. Ура! Все, супер. Мои труды вознаграждены. Так, давайте тогда бросим транквилизатор. У меня просто не влезет, да? Ты смеешься, что ли, надо мной? А прикиньте, у меня сейчас не влезет ничего. Не, должно. По идее-то. Иначе это было бы просто... использовать. Ну ладно. Мы походили так неплохо. Где эта фигня ходячая? Лови! Он еще и не умер, что ли? Лови! Все, отлично. Он же умер? Да. Так, сейчас мы все это замечательным образом выкинем. Не, неплохо справились, только долго искали просто банально эти ракеты. Было бы у нас две емки, мы бы вообще... Мы бы вообще все быстро сделали. Замечательно. Тарантан-тан-тан-тан. Поднимаемся наверх. Сири, конечно, такая пухляцкая получилась из-за этого. Ну ладно. Великая красная кнопка такая. Доберитесь до вертолета и спасайтесь. Так звучит. Что-то это не вертолет, но не ладно. Не ладно, не важно. У нас, кстати, что там до Праксис? Ой, мы еще что-то получили, да? Угу. Пум-пум. Так, что-то я хотела. По-моему, вот это вот. Невидимость. А что у нас там еще занимает... единицу. Социальный корректор, нафиг его. Киберпротез руки что дает? Позволяет два столбца. Стенки. Слушайте, как увеличивать инвентарь? Вот как, объясните мне, я очень хочу, правда. Это глаза, ноги. Ускоряет бег, позволяет прыгать на 3 метра вверх. Сколько это стоит? Шумный бег и ходьба, полностью устранять звук, быстро бег, позволяет прыгать и падать, не издавая звука. Ладно, учтем. Приземлялка. Смотрите сквозь стены. Что с глазами там еще можно сделать? И показывает, когда противники выходят. Так, понятно. Угу. Не особо нужно. Ту-ту-ту-ту-ру-ту-ту. Я не знаю даже. На, все равно не хватит денег. Слушайте, где-то же здесь должно быть увеличение инвентаря, правда?
Но что-то как-то я не вижу. А, ладно, неважно. Где там тайфун? Сколько он стоил? Господи, как все сложно. Наведите курсор на хрен. Нафиг надо. А, турельки, кстати, было бы неплохо, но пока что. Терминал 5-го. А это что? Отключение роботов подключено к серверам безопасности. Вот это было бы неплохо сейчас, да? Но, в принципе, мы и так справились. Ой, даже не знаю. Тайфун не надо. Сверхзрение. Ну, давайте невидимость возьмем. Потому что, в принципе, полезная штука. Фу. Так, я все взяла с собой, я ничего не забыла. Вроде я какие-то патроны случайно должна была оставить там где-то. Точнее, специально, но... Тяжелая винтовка где-то... Да. Ну, вроде все тогда получается. Фу, ну ладно, это было долго, но... Ну ладно. Это я хочу запрыгнуть. Дженсен, подтягивайся, учись! Сам Фишер бы тебе показал, как это делается. Господи, я забыла, что здесь надо нажать на него. Дженсен, пора сваливать обратно в Детройт. Запрыгивай. Ну да, давай, готово. Мы не летим в Детройт. Что? Мы летим в Монреаль. По дороге объясню. Да уж постарайся. Мы теперь в Монреаль двигаем. Все отлично. Класс. Ну ладно, мы продвигаемся вперед, это уже хорошо. Ой, господи, у меня аж нога затекла, пока сидела. В таком-то напряжении с этими роботами дурацкими. Ну что? Попадания в голову могут не убить сразу врагов, носящих шлем или кожаную броню. Кожаную? Почему не кожаную? Непонятно. Почему, кстати, кожаная броня не защищает от выстрела в голову, я тоже не понимаю. Ну, ладно. О, какая красота! Какое красивое место! Ты знаешь, что делаешь? Нет. Это же не какая-то мелкая станция кабельного ТВ. Джа упомянула Элизу. При звонке в пик. Получается, что в этом замешана Элиза Касан. Ты не думаешь, что это несколько натянуто? Самая знаменитая ведущая новостей и отряд наемных убийц вместе. Вот я тоже обратила внимание, слишком уж ведущую. Сейчас выкинь меня на крышу башни, дальше я сам проберусь. Показали как-то слишком уж такой... Не похоже на простую ведущую. Какое место интересное. Дженсен, это Бричард. Малик говорит, ты хочешь получить координаты Элизы Кассан. Да, хотелось бы. Если тебя не затруднит. Отнюдь. Я обошел системы защиты и смог вытащить трехмерную модель здания. Ее офис в башне, номер 404. Уже в пути. Супер. В общем, ура. Мы теперь в Монреале, мы молодцы. И, в общем-то, продолжим мы с вами в следующей серии. Пойдем за Элизой Касан. Хотя, вообще-то, странно. То, что Адам сразу подумал, то, что Элиза Касан. Мало ли, сколько Элиз вообще в мире. Может, они не про это говорили. В общем, не знаю, может, я проглядела, где кто-то говорил именно фамилию Касан. А, если ее все-таки не было. Блин, какая красота. Если ее все-таки не было, то это странно. В общем, ладно, неважно. Будем двигаться дальше. Какая-то цитадель зла просто. В общем, неважно. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, зовите друзей. В следующей серии мы продолжим. В общем, всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи. Пока-пока.